Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, крошка-крошка, гусеняк, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем до самого ОЛТВ. Очень крутая и любимая рубрика на моем канале, аниматроники пугают охранника на карте FNAF 4. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребятушки, сегодня мы будем строить бабушкины калитки. Тысячу лет мы их не строили и наконец-то дождались. Так, показываем, как их строить. Быстрее закрываем двери, пока не пришел аниматроник. Все, он уже не сможет. Все, закрыто, закрыто. Ты больше не зайдешь сюда. Так, смотрите, ставим резинки от трусов обязательно. Берем гусанька трусы, распускаем на резинки и ставим. Ну, видишь, у тебя черные резинки от трусов, нормально? Вот такая музычка уже стрёмная играет на карте. Побольше резинок от трусов. И вот гусанек распустил твои трусы семейные. Видишь, длинная резинка появилась. Так, и теперь мы обязательно ставим толкатели. Это, ребята, показываю, как вообще правильно строить эти калитки. Потому что мало кто знает, это секретная информация. Так, и сейчас мы сделаем апгрейд, мы поставим кнопки, чтобы было интереснее. Вот, ребятушки, мы поставили две кнопки, теперь мы можем нажимать. Это у нас закрыто, это у нас открыто. И теперь мы даже покрасим, чтобы было прям видно, где какая кнопка. Раз это закрыто будет красное, а это будет зеленое, это открыто. Все, рассвеживаем калитки. Ну что, проверяем, тестируем наши калиточки. А ну-ка нажимайте кнопки кто-то. Да вы что, не нажали? Ё-моё, еще чуть-чуть, и мы бы выиграли. Ну ладно, аниматроник, видите, сегодня жесткий. Смотрите, я появился. Я появился на первом этаже, теперь моя цель добежать до офиса. Побежали, Дим. Аккуратно только, очень осторожно. Нет, сюда. Так. Нет, сюда. Да ты не знаешь эту карту, как и я. Так, давайте прогуляемся, посмотрим. Тысячи лет на этой карте я не был. Я знаю, как сюда идти. Ой, как туда идти. А! Ё-моё, блин, он очень стрёмный. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите увидеть очень много серий по рубрике «Аниматроники пугают охранника», напишите «Мы хотим». И мы снимем еще очень классную серию для вас. Тихо, иди на контре. Вон на контре, может, он нас не увидит? Да, он там проверяет ванну. Он думает, что кто-то купается. Так, он ждет нас, наш охранник. Пусти! Пусти, 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 пусти. Все, есть! Нажимай, нажимай кнопку! Все, он не сможет, очень большая тяга. Не сможет пройти. Смотрите, как радуется охранник, что не может аниматроник пройти. Щенок, уходи, ты не пройдешь. Бейте монтировкой. По пальцам бейте, он уйдет. Что за читерство? Он умирает. Эх, бейте его ногой. Бейте ногой по пальцам. Он больше не сможет сюда прийти. Все. Это жидкий металл. Ушел. Все. Отлично, ребята, получилось. Очень страшная карта. Нажимай, быстрей. Фу, слава богу. Я аж обосрался. А, все, открывайте. Он сможет открыть калитку? Давайте проверим. Конечно. А, он может двигать ее даже. Кстати, Саня, хочу тебе сказать, что у тебя очень крепкая резинка от трусов. Видно, они у тебя в школе не спадают. Вам лучше бежать, он стал злым. Это он злой стал? Да не, он добрый. Да. Блин, мне это теперь снится будет. Вы слышите его? Да, он стоит. Я не могу, а я могу пройти. О, луна пришла. Не пускайте его. Но он добрый, он же не убивает, да, в таком состоянии или убивает? Ну, если не превратиться в луну. А, ну все, тогда не надо, отжимай. Ты воняешь, уходи. Мне нравится твоя фраза. А что, аниматроники воняют? По-любому. Ребята, напишите в комментах, воняют аниматроники или нет. О, блин, калитка бьется больно очень. Нажимай, луна пришла. Все, он не сможет пройти. А он вообще может толкать ворота, даже когда с ускорителем? Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть может, смотрите, даже зазорчик появляется. Прикольно, на руках ходит. А я могу сюда зайти? Блин, я не могу сюда попасть. Было бы классно. Все, ушел. Ё-моё! Это аниматроник ударил тележку, что ли? Она растворилась. Так, поднимаемся наверх, только очень осторожно. Ой, давайте я выйду, посмотрю, что там на улице. В лесу стрёмно. А, аниматроник! Я смогу убежать от него или нет?
Так, моя сейчас цель красиво забежать в дом. Так, так, так. Я его обману, сейчас вокруг дома оббегу и зайду с той стороны. Я его обманул, потому что я бегу с той стороны, а я не бежал. Быстрей, быстрей! Я задержал его, Дима. Молодец, Гусонёк, это ты, скорее всего, умрешь. Пусти его, быстрей! Закрывай, нажимай калитки! Есть! Ёры, блин! Ё-моё, мне аж пальцы вспотели. Блин. Ребята, ну ролик точно заслуживает лайка вашего. Мы страдаем из-за этого аниматроника вонючего. Так, закроем дверь. Тут что, холодно на улице? Что, двери так скрипят? Классно. Так, пацаны, я сейчас к вам тихонько буду идти. Встречайте меня. Эх! Вань не пришел. Так. Я бы не хотел оказаться в реальной жизни в лесу, где находится дом с аниматрониками. Это очень стрёмно. Это очень страшно. Уходи, тебя давай. Тебе кажется... Посмотри назад, Дим. И что тебе тут на стуле? Нормально сидится? Пойдет? Кстати, за твоей спиной что-то ходит. А он не убивает. Аниматроник над нами сегодня издевается, пацаны. Так, надо продвигаться в будку охранника, срочно. Я иду. Мы идем крошки окрошки. К Максу. Давай. Все, я зашел. Нет, нет, пусти. Все, закрывай. А, пока его нет, можно не нажимать. Нажимай, быстрей! Нет, не та кнопка! Есть, блин, ребята, бабушкины калитки сегодня хорошо работают. Просто великолепно. Вот это ускоритель фигачит, аж воздух плавится. О, я ноги погрею. Уходи, тепло в ноги. Все. Нажимай! Быстрее! Ай! Блин! Почти. А так прикольно, ногу на диван закинул, кто умер там. Так, хорошо, пошли еще раз. Быстрей. Его нету. Ай, по башке калиткой дало. Блин, ну у Санька реально крепкие трусы. Балун Б пришел. Он может через калитку нас убить или нет? Он, кстати, двигает этот сильнее. Все, он ушел. Отжимаем. Поехали, Дим, на объезд. Да стой, не мешай, блин, тут Балун Б ходит. Так, его нету. Есть! Я его, видите, как отодвигаю, прикольно. А, он живой, он не убьет нас, да? Ну, садись в тележку на всякий случай. А он ее опять удалит. Я пошел, пацаны, я вспомнил. Нет, он ее не убьет. Он вас сейчас убьет всех. Он за мной. Есть, правда. Он за мной. Нажимай, быстрей! Быстрей! Блин! Садись. А он не убивает нас. Я бы не верил ему. Максим, отожми кнопку. Чтобы мы выехали. А, мы будем ехать? Ну все, поехали. Поехали. А подожди, тележка голимая. Ты ее украл, что ли? Супер... Аниматроник едет. О, я знаю, куда мы сейчас аниматроника, знаете, куда повезем? Куда? На мусорку. Ребята, мы сейчас выкинем аниматроника на мусорку. И кому надо, можете его забрать. Он будет валяться там в контейнере. А, все, он ушел. Так, вылазим. А нет, он был невидимый. Не, Гусенек, какая-то плохая идея, мне кажется, нас убить может так. Ну ладно. Заезжай. Сейчас. А его нет там у тебя на тележке случайно? Не-а. Гусанек заехать не может. Да голимая. Блин, у калитки крепкие очень. Слышал его? Если что, закрывай! Жертвуем гусаньком, но мы должны выжить. Да не ту кнопку! Ну блин! Я не нажимал, он сам вышел. Так, идемте наверх. Я с фонариком его слеплю. Слепи фонариком. Так, он боится света, видите? А, боишься, щенок вонючий, секунд. Все, я вовнутрь. Отлично. Все, закрывайте. Надо просто красную отжимать. Вы красную и зеленую нажимаете сразу. Он зайти не может. Очень прочные двери, никак не пройти. А он даже с разгона не может их открыть, если попытается. Фокси открыл, когда бежал. О, смотрите, они выше...
Гусенек, у тебя резинки от трусов растягиваются, ты видишь? Тянутся. Да. Это если ты поправишься, то толстым станешь. Они будут на тебя как раз. Есть, отлично. Хорошо жмет их. Давай в школу, мальчик. Он так смотрит, такое ощущение, что он не убьет нас, да? А, Балунбой же не убивает. Заходи, Балунбой. Это добрый. Ой, батарейки от фонарика вроде бы забрал. Будем его бить? Он же добрый, не должен убивать. Смотрите, он наши двери клацает. Вот он идет. Так, отлично. Закрывай. Не, его нету пока, можно не закрывать. А, есть, есть. Блин, очень страшный этот аниматроник. Я знаю, что он может тут появиться. Я так и подумал. Ой, если я тоже сяду на диван. Все, мы на диване все сидим. Садись, будем отдыхать, ребята. У нас отдых. Это что за дела? Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет твой аниматроник и укусит за жопу. Ля-ля-ля-ля. Так, все, пошутили и хватит. А, он хочет попасть к нам. Ну никак не попадет, ребят. Ты какой-то неадекватный аниматроник. Все, сейчас, если он придет, я его отгоню. Ну-ка как? Сейчас увидишь. Отойдите все. Шел? Не порви резинки. Не, не порву, не должны. Просрала монетка, еще раз. Да ё-моё, монетка отсырела. Ёкалы-мэнекала. Ой, Гусанёк, извини. Эй, аниматроник, я в туалете сижу. Иди сюда, убей меня. А я тебя запускаю, давай, заходи. Все. Пойдет. Да блин, он просирает монета. Я хочу ему монеткой по голове дать. Ого, дергай, Ася, сидя. Блин, не могу. Так, а ну сейчас гранату попробую бросить. О, давай. Он бежал уже. У нас, ребята, тоже тяга не бесконечна на воротах. Да, топливо. Если что, закрывать успею. Я успел. Так, все, он пока не заходит, я успею. На тебе, правда. Ого! Нет, я его не пущу, пацаны. Видите, пытается зайти, но не может. Так, это, мне я вспомнил, мне надо в туалет сходить. О, ты вспомнил, конечно, молодец. Только аниматроник мне не дает это. Да, поэтому ждем, когда будет... Да ворота! Да ворота! Так, я беру оружие, ребята, очень мощное, мы должны его сейчас замочить по-любому. Ай! Как он троих сразу убил? Да что ж мы тут качаемся? А нет, лучше, наверное, выйти. Ай-яй-яй! Он разозлился, он понял, что мы его хотим убить. Да ё-моё! Как нам его выиграть? Кто знает, пацаны? Я убежал в нашу каморку. Хорошо. Я иду к тебе. Нет, не сможешь, аниматроник. Не смогу? Пацаны, все нормально. Ну как? Нет. Ай. Ты убил его. Я убил? Нет. Это что, мы проиграли? Ну, походу. Так я ж ядерку жахнул, мы должны были выиграть. Так, я знаю, что надо сделать, чтобы выиграть. Ай, блин! Ого, у тебя план. Да нормально, я его выполнить должен. Ой! Взрывай. Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Стаканчик, Семка, King and Fire, Quest. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Здорово! Сегодня у нас очень классная рубрика, которую вы любите смотреть на моем канале и набирать миллионы просмотров. Аниматроники пугают охранника. Карта FNAF 4, которую мы не записывали 1000 лет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем.
веселиться. Как всегда, ваши любимые бабушкины калитки. А ну, пацаны, понажимайте кнопки, проверим, что все работает. Так, прижимная работает, отжимная работает. Отлично. Ну что, выживание началось? Аниматроники сегодня очень злые, надо быть очень внимательным нам. Слышь, ты, чили... Эй, наваливаемся все на калитку, наваливаемся, толкаем, толкаем. Отлично. Я пролез. Не, все... Да как ты пролез? Ты же толстый маленький чилипиздрик. Ты должен был свалить отсюда. Калитка наверх поднялась. Я зашел. Так, ребята, не забываем ставить лайкосик. Подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Это кто издает такой конченый... Эй, держи, 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 нажимай, нажимай. Один наш пожар... Эй, зря ты калитку съел. Надо строить, ребята, сейчас мы построим заново калитку. Покажу, как строится. Кто не знает, вам все покажу. Ставите прибор. Прибор. Ставите коллитейшн. Берете веревку. По уголкам. Вот так вот. И вот так вот. Берем толкатель. Вот так вот. А ну-ка, проверяйте кнопки, работает? Отлично. Ребята, все отлично. Бабушкины калитки, как всегда, рулят. Внимательно слушаем. Пока будем использовать кнопки в самый крайний момент. Будем просто толкать калитку своим весом. Надеюсь, это поможет. Толкаем, толкаем. Так, где наваливаемся. Ушел, ушел. Так, на эту сторону пошел, ребята. На эту сторону. На улице красный туман. У нас все по канону FNAF 4. Эй, пацаны, вы что там делаете? Эй, блин, да ну что ж мы так играем не внимать. Я специально подался, чтобы было интересней. Аж смешно, да, стало, Серега? Поддался специально. Да, я подался. Я все это время у тебя за спиной стоял. Да ладно, да ну как? Должно быть справедливо, ты несправедливо играешь. У аниматроников справедливости нет, главное убить охранников. Что это за звук конченый? Походу, это тихо-тихо-тихо-тихо. Давим, давим на ворота. Давим на ворота. Он вырубился. Выключился? Серега, у тебя батарея слабая. Это у тебя, конечно, не от Nokia. Nokia говно. Какой? Nokia класс. 3310, ты шо? Вообще 100 лет 1% только снимется. Ну, говорит, нашел телефон в 94 году. Положил пиджак, до сих пор заряжен. Слушаем. Он в шкафу, да как ты там оказался? Эй, включайся. Ой, подлец. Проснулся. Это разве честно? В шкафу оказался, а он выйти не может. Хе-хе-хе-хе. Серега, ты выйти не можешь со шкафа. Опа. Сломался. Да блин, я чуть штаны не наложил. Серёга, ну это же... Говняшек на валяшек, да? Говняшки не валяшки. Надо запомнить эту пословицу. Так. Хорошо, Серега. Я знал, что ты злой аниматроник, но не настолько. Ты прям вообще молодец. Испугал нас жестко, кстати. Я даже не ожидал, что будет смертельная схватка. Слышите? Слышите? Он опять там что-то делает, химичит. Дышит, вот он, вот он. Да? А, тихо! Фу, блин, это всего скример, это всего... На другую сторону быстрее бежим! Так, пацаны, с той стороны тоже стойте, мы должны с двух сторон стоять и контролировать. Ой, давайте поудаляем двери. То, все, всю карту удаляем. Ах ты, блин! Я испугался, я испугался. Ничего. У тебя еще может прийти. Кстати, он когда пугает, нету быстрого бега. Вы можете только медленно ходить, шкандыбать. В невидимке. Да? Вот жопа. Да ты задрал! Слышь, ты, пугач! Мне уже этот... Я на стуле стал выше сидеть, за то, что я кучу навалил. Зато кирпичный завод откроешь. Сразу жопа прессу их. Кирпичи в виде формы жопы. С
Собаки гавкают, что такое? Вы его слышите? О, мелкий. Держите, держите, держите ворота! Держи, 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 максимально толкайте вперед. На другую сторону, быстрей! Он сейчас сюда придет. Мелкий! Да ты задрал, обманщик! Нормально, нормально, держим. Привет, привет. Вы его видите? Нет. Ну его слышно, он где-то ходит тут, прям рядышком. Ого! Он сверху. Это что за челепиздрик тут ходит? Где-то он ходит. Я прям внимательно слушаю. Ладно, двери толкайте, потому что он реально может их открыть. Атмосферненько. Тогда он реально ходит и хочет нас замочить. Но у него не получится, потому что лучшие охранники собрались на этой карте. Серега, хватит пугать. Вот он, вот он, вот он! Толкаем, толкаем, толкаем ворота все вместе. Есть. На другую сторону идем, сейчас сюда придет. Ты что тут делаешь? Ты рукастая чучело. Блин, я его не слышу. Где ты? Я стрял. О, шкафу. Слышь, ты шкафный. Ага, точно, это тень падает от него. Я так внимательно слушаю, сосредоточился максимально сильно. Вот лапа. Серега, мы тебя видим. Лезает. Он в шкафу. Вот какой кабан пришел. Ого, у него челюха. Ого, пацаны умирают один за одним. Да ну я же как бы, ну, этот, стоял там на люстре. Серега, молодец. Молодец. Давай, испоганься. Так, все работает. Все работает. Ого, калитки лупашат. Закройте за мной дверь. Да ну блин, а! Ну Серега, ну что ты такой хорош? Это тебе месть за то, что ты это меня мучил в прошлых видосиках. Я тебя не мучил, какими калитками бывшими. Буду теперь каждые 10 секунд приходить и мочить тебя. Нет, я не разрешаю. Все, ребята, закрыли, закрыли, и пусть будет так работать. Чтоб Сереге было тяжело к нам подобраться. Ой, наш. Наш там остался, заходи. Давай, попробуй, Серега, зайти. Подвинь калитку. Тебе не хватит силы. Ты уверен, Дим? Да. На все 100%? Да. Точно? Да. На все 110%? Да. Проверь. Ой-ой-ой. Да ну как? Ну ты читер. Ребята, ну он специально так делает вещи. Так. О, давайте сделаем сейчас наоборот, дуэль сделаем, что Серега должен нас бояться. Я удаляю калитки. Да ты задрал! Так, пацаны, берите все оружие. Сейчас мы выдвигаемся на аниматроников. Готовы? Конечно. Так, я взял оружку. Серега, взял админский пистолет. Если ты меня попадешься на глаз, я тебя замочу. И смою в унитаз. Прям складно сказал. Да блин, значит сердце не встало. Хватит. Ну Серега, ну ты сильно... Ты знаешь, я реально испугался. Еще этот скример на весь экран. Прям немножечко очково.
испугались? Обосрались. О, он взял аниматроника, который бьет на расстоянии. Да ты задрал! Как ты нас убиваешь? На первом этаже, что ли? Серега читер. Привет. Нет. Вы меня просто не видите. А я стал по таким углом, чтобы вас мочить. Да ты задрал, марионеточный урод! Нифига себе она лупашит. Всех сразу, да, убила? Так. А кого, какое оружие взять? Идемте, идемте, пацаны, не сыте. Да ты смотри! Чучело мяучело. Он, короче, в комнате сразу справа. А-а-а, через стены, да, мочит? Ну, там проем есть, и мы там... Ой, ой, да блин, да что ж такое? Да, он там, походу. Жутко псих. Давай, выходи, секунд. Выходить? Да. Ой-ой-ой. Давайте, пацаны, наваливаемся. О, стойте. Знаете, что надо взять? Красные гранаты, красными гранатами забрасывать. Так, оружие. Ой, а он тут. Слышь, Серега, я сейчас буду злиться очень сильно. Сейчас, 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 пацаны, не переживайте. Нашел, нашел. Так. И берем оружку и красные гранаты. На, попей. Да смотри, что ж такое, а? Сам от гранаты сдох. Ты слышь, ты? Я буду нажаловаться в суд. Давай. Ой-ой-ой, кто-то кинул красную гранату возле нас. Какой же это умный человек? Это Серега. Не, это квест. Хорошо, пацаны. Надо его... Где же он ходит? Он дошел к... Серега, ты задрал! Как с тобой бороться? А? Ну, догадывайся. Сейчас, 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 ребята. Что мы сделаем против Сережечки? Серега, тебя резать буду. Это была месть за всех пацанов. Ну, слабо. Обидно то, что я убил всех. Слабо? Сейчас это слабо? Сейчас тебе продемонстрирую. Вот мощная бомба, ого. И всем привет, дорогие друзья. С вами Дима Скромник, Нига и Фокси. Сегодня мы играем Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 4, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Фокси у нас сегодня будет аниматроником. Мы будем выживать. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Слышишь? Во, музычка начинается антуражная. Заходи, заходи. Так, в следующих сериях, ребята, я забыл уже сказать. Мы начнем строить бабушкины калитки, как в тех сериях. Угу. Слышишь, он разговаривает постоянно. Хочет нас, короче, напугать. Не ведись. Это он! Ой, он там! Ой, я переоделся в Боньку. Его убить можно было бы. Офигеть, вот это взрыв был мощный. Еще! Тут, короче, кишки на карте разлетаются в разные стороны. Где? Я его вижу. Тут картины, короче, поотлетали. Ой, привет. Так, так, так. Где он? Ой! А, беги! Офигеть, ничего не видно. Пошел, пошел, пошел. Фонарик главное не включать лишний раз. Так, 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 отличненько. Ой! На лестницу лучше не иди. Я понял уже. Я тут, короче, шкерюсь. Подарочки, подарочки кинул.
Бум. Ой, кто-то нашел. Как всегда, у нас куча мин наложено. Картины валяются, не надо тебе? Картина Пикассо. Расставили мины, сами не знаем, куда мы спрятали. Нормально, пойдет. Так, знаешь, что мы еще возьмем, чтобы мы видели Half-Life? Так, давай, смотри, короче, я заминирую здесь проход. Смотри, кто там. О, сидит. Привет, как дела? Там добрый. Смотри, он вообще, с моего роста, когда сидя. Не знаю таких добрых. Вот так, на всякий случай. На! Молодец! Мои поздравления. Оп, зашкеримся. На! Он тебя убил. Да ладно. Димас, беги. А мне... А, у него на голове, кстати, бомбу кто-то приклеил. Ай-яй-яй! Ты меня убил, я хотел сзади... Как всегда, ребята, у нас настроение классное. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком и подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. На тебе еще разок. Блин, откуда он... А что ты решил эти мины набросать? Вот там находится. А вот он, вот он, вот он. Неси, неси, все нормально. Так, где взрыв? Так, 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 клацаем, клацаем, клацаем. Так, это не тот дым. Вот белый есть. Офиге... Во, погнала жара. Он ничего не увидит здесь. Капец. Офигеть, вот это мы здесь устроили. FNAF 4 сегодня тащит потихоньку. Этот дом ремонту не подлежит, я так понимаю? Эй, ты чё? Этот дом сделан из адамантиума. Я выглядел. На! Ах ты ж лоб. Где он? А, как-то вот. Дыма не сильно много, но будет больше дыма. Хотя не, нормально, желтого пойдет. На. Нажимай, нажимай, нажимай. Активируем, активируем все. Мы еще так, кстати, не играли. Почему раньше дымовухи не использовали? Это же сильно вообще. Так, у нас есть белый, желтый, фиолетовый есть даже. О, фиолетовый. Плохо пахнет, если честно. Нормально, пойдет. Выкуриваем аниматроника отсюда. Так, все, вроде все активировал. И дым, белый. Не, мне кажется, желтый самый сильно лупашил. Красный, нет, грин. Ты же нас не видеть не должен, да? Я могу поставить тебя, слушай. На! Так, я валю отсюда, надо немножко улететь. Ой-ой-ой, и зеленый, и фиолетовый, как вы хочешь, есть дым. А, он на меня пошел. Весь дом завоняли. Ой-ой-ой. Выйди на улицу. Ну-ка, что там? О-о-о-о-о. Что-то уж слишком жестко. Чего? Жестко. Активируй, активируй эти еще. Отвали! Отвали от меня! Кулачками, кулачками получай. Походу он меня не видит. Я зашкерился, я зашкерился. Офигеть, что-то мы там устроили. А, вот этот. Че, гранаты еще есть. Красный. А! Он ходит здесь, он ходит. Отвали от меня! Где он? Сзади меня бегает постоянно.
Да смотри, он меня находит! Нашел, нашел, ладно, замечил, пойдет. Так, где? Сейчас я ему. Да я улечу, это жестко. Да, ему подарок. Давай, выходи на улицу, подлый трус. Дубит, как. Вот это вечеринка. Не, ну такого мы реально не делали еще. Он психует, что ничего не видно. Офигеть. Это жестко. Давай еще, чтобы он нас не нашел. А, еще. Мы же прятки в тумане в следующий раз сделаем. А что? Это плохая идея. Ай-яй-яй, он меня видит. Нет, не видит. Офигеть, вообще сильно. С домовухой, взорвай какую-то ядерную бомбу. Привет! Что-то стоит. Я скерюсь от него специально. А если расскажешь, что... Ой-ой-ой! Так, я шкерюсь. Говорят, что туалет самое секретное место, чтобы спрятаться. Все, я шкерюсь в хате. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Ой, ой. А ты сюда не можешь попасть. Ха-ха. Это место для меня. Одного. На. Отомстил за всех. Да, да, да. Офигеть. Я тоже помогаю. Давай, давай, давай. Короче, я на улице буду, то там сильно жестко. Эй, привет! Мы встретились с ним. А вот он где. Он за мной ходит постоянно, скажи ему что-то. Отвали от меня! От тебя воняет. Я убежал. О, помогло. Он меня ищет. Реально, двойной прыжок меня спас. Так, вот тут это дверь. Ничего себе бегает. Так, 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 я вижу. Я зашкирился хорошо, мне нравится. За мной не ходит. Меня граната убила, моя же по голове дала, представляешь? Да, такого еще ни разу не видел. А ну давай, один на один, я с админским пистолетом. Я тебя жду. Давай. Вот так, значит, ты заговорил, давай. Ах ты ж лопатик, он меня убил. Стой, давай еще раз. Все, я готов, давай еще разок. Где? Так, так, так. Сейчас будет жесткая война у нас с ним. ПВП, один на один. Ну ты где? Где-то в доме. Я выглядываю, что-то не наблюдаю его. О, кто-то в доме фиолетовые бомбы зафигачил. Отлично. Пойдет. Убил. Замочил?
Да. Злочили. Хорош. Еще разок, не? Давай. Вижу. Это я. Давай, иди в тот. Я бомбы активирую. Ой-ой-ой. Да блин. А кстати, а ты знаешь, что ты пистолет можешь взрывать? Это на правую кнопку часто... мыши я нажал. Спасибо тебе. Ты очень добрый человек. На. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой покемон Серега и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Все просили, чтобы мы записали рубрику «Аниматроники пугают охранника». Мы сегодня играем роль аниматроников, а подписчики будут выживать. Очень много зашло людей, поставили 16 слотов. И если вы хотите тоже с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Ну и не забывайте подписывайтесь на канал. Если убьете, кушайте, приятного аппетита. Фух, все сказал, а мы начинаем. Так, ребята, давайте, когда будем нападать, дадим им немножко время, позаглядываем в окна сначала, а потом пойдем, да? Да. Ого, они сами друг друга поубивали, они так что... Они друг друга поубивают. Я, даже... друзья, ну что ж, если вам понравилось это... О, чили пиздрик пришел. Ну что, идемте вовнутрь. Там уже подписчики ждут нас. Аниматроников. Это аниматроники. Вы что тут делаете? Воу, звук прикольный. А, они друг друга спамнятся. Пацаны, отлетать надо. На вы отлетайте. Они убирают. Это череда смерти, смотрите. Надо улетать, пацаны. Ой, на втором этаже тут весело. Бум. Идите на второй этаж, здесь вообще классно. А я, Димончик, иду к тебе на работу в пиццерии. А кто на Эдмар Фокси поставил? Бум. Димон, это что, лучше калитки, чем у тебя? Смотри, Димон. Не, хуже, походу. Хуже. Резинки от трусов выушные, ты новые постоянно ставишь. Да, я постоянно новые трусы использую. Резинки. Да кто там бегает с дубинкой? Что они тут наделали? В общем, мы их это... Вам надо новые калитки поставить, эти уже бракованные. Так, да, так, ты чё тут ходишь? О, смотри, они тут, значит, уже лестницу обставляют, бомбу. О, я буду Энардом. Вы думаете, я не спущусь? А я спущусь, еще и два раза, наверное. Так, тут двери... Мужики! О. Так, я думаю, классный кто-то звук. На кухне сидит. Давай откроем дверь. Ах, кто-то не хочет открывать дверь! Димон, мочи их за это! О, жесть, ты чё, мужик? Это кого же еще? О! Препятствие. Угу. Очень мощные. Ты как здесь проходить должен? А ну иди сюда, сейчас за ногу укушу. О, я буду крячкой! Иди сюда! Ой, кто-то тоже калитку на первом этаже поставил. О, да? Калитка уже дедушкина пошла. Так... Да кто труп от трупа, топтаемся, встань уже. Ай, больно, ничего себе, калитой. Да, что-то на Димон... Уго, жгёт, ну слабо. Это тусовка аниматроников. Угу. Пижамная вечеринка. Никита. Ничего себе, твоя штучка очень мощная. Так, я с Димас чувствую, что на втором этаже нас ждет пекло. Да вот они, смотри, тут стоят. Давай поднимемся на второй этаж, на втором этаже, наверное, много аниматроников. Да чё, гранату кинул, и текать. Охранников. Ого, давай. Жахнуло. Так, ладно, Димас, я пошел на улицу, посмотрю, как там. Короче, Димас, они, наверное, все на втором этаже сидят. Ты так думаешь, тоже, да? Да они этот дом взорвали полностью уже. Просто уничтожили, минус домище. О, смотри, видишь в окне этого? Да, на картофанах пошел. Вот он, Димас, поставил кучу бомб, я пролетел быстренько, они меня не активировали бомбы. О, Димон, давай ставим невидимыми. Ой-ой-ой-ой. Блин, пробежал мимо, не успел его замочить. На. Серега ходит как довольный, такой как на работу в пиццерии. Всех убивает. Пацаны, мы невидимые здесь в доме. Может, пусть я на Димон бы оружие какое-то возьмут? А давайте, ребята, вы сейчас еще раз попробуйте застроить дом, мы пока пойдемся на улицу. Давайте. Ловушки, да, пусть поделают? Да, пускай построят эти калитки везде, на каждом проходе, и везде понаставят ловушек. А то мы уже все уничтожили. Можно сказать, захватили этот дом. Они не успевают. Хорошо, выходим. Какие-то аниматроники смотрят в окно. Черт побери, что делать? Что происходит?
вас это классно. Только я маленький, у него троник, вы здоровый. Ну конечно. Смотри, мы уже вырос. На кухне творится. На кухне настоящая готовка борща происходит. Какая настоящая готовка ловушек. Ловушки. Ого, готовятся. Сколько они поставили слева, посмотри лазеров волк, сколько. Волк, загляни туда, на кухню к нему. У него жопа не пролазит, как всегда. Объелся гамбургеров. Объелся, да, смотри. Ну как будто на кухне уже стоит. Так, давай сюда сходим. Да, а куда это сюда это? Так, надо поменять мне аниматроника, какого-то жесткого. На дереве сидит. Кукушка. На дереве какой-то физган. О, я буду маленьким. Так, я думаю, калитки поставил. Ну, ловушки, наверное, уже все у вас уже все деактивированы. Деактивированы. Но... Так, ну что, волчара, давайте. Давай, заходим по одному. Ого, ловушки. Ого, сколько дыма, вы чего? Знаешь, Дима, это напоминает, как будто мы штурмуем дом. Да, спецназ да. Против террористов. Есть такие игры, где там надо будет дом вот так вот штурмовать. Так, 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 тут ловушка, я его специально... О, ай-яй-яй. Они на своих же ловушек и погибают. Си-4, здесь, кстати, трудно. Опа, я прошел. Дружище, а ну-ка иди-ка сюда-ка. О, Димон, тут калитку вижу, какую-то конченую. А ты это можешь ее отодвинуть так. О, я вижу чью-то тень. Серега, ты на первом этаже ходишь, а у тебя голова торчит на втором. Идите на второй этаж, я вам покажу, что они тут сделали. Я вижу эту калитку, бешено, она меня бьет. Да не, не эта калитка, дальше иди, проходи. Ай! Ой, кто-то еще и пострелял. Да смотри, они оружие расчехлили. Ну все, пацаны, расчехлёс пошел. Сейчас мы вас тоже расчехлим. Так, кусай за жопу его. А, у них даже дробовики крутые. О, я вижу, короче, волчару на втором этаже. Я убил. Так, волчара, пошли. Чё за калитка бешеная, алё? О, успокоил ее, нет? Ого, у вас охранников здесь миллиарды. А, ну все, пацаны, вам хана. У них еще в чем прикол, двери горят, понял? Ого. Серега, давай телепортируйся. Нет. Так, пацаны, вы где? Атомная бомба. Нет. Я убил его. Атомщика. Чуть не взорвало меня вообще. Так, возьму-ка я Балору, давно не балерун нам был. На! Танцевал. Есть. Во, красавчик какой я. Так, а ну... Ах, тут вокруг дома еще бегает какой-то. О, я могу двери хавать. Класс. Оп, промахнулся. Ай, не кусай! А, Димон, мне живот, кишки пробили! Зашьешь их. Да не! Ай-яй-яй-яй-яй! Вы чего стреляете? На! А, отлично. Сладкая. Да блин, дайте зайти, оно меня выталкивает пулями. Так, пошел на второй этаж. Блин, Димон, да что ж ты такой... Вы меня с Серегой теперь будете убивать каждый раз. Я, Димон, не хотел, ты так просто быстро из-за угла выскочил, я думал, что это враг. Ага, да, враг. Ого, на кухне какая прикольная тема. Ого. Вот, Димас, идите ко мне на кухню помогай. Иду, Димончик, спускаюсь. Здесь чувак сделал крутую баррикадину и стреляет. Не пускает? Да, вообще бешеный. Вот Серега пришел, он не может пройти тоже. Так, я иду, пацаны, ждите. Тут надо силу, надо... давай, Серега, я тебя надавлю сейчас. А где кухня, на первом этаже? Кухня, да, на первом. Ого, тяжко, Димас, тяжко. Ого, тут гранатами забросали. Смотри, что они делают, они на улице чекают нас. Ого, у них тут банда. Бандиты. Ааа. Вас теперь я отомстил. Нормально. Всех убили. Охранники что-то как-то очень слабоваты. Мочу. А ты засранец. Ну убейся. Ой, сейчас отодвину твою магину. На. Ого, столько взрывов. Ты чё тут дымища? Ты чё тут мне хочешь убить? Ого. Добрый день. Дима, они нас убивают. Да нет, они меня не убивают. А меня мочат. Мы их убиваем. Я позвал самого маленького брата, идите сюда. На тебе.
Во, какой кабан. Я... Ай, РПГ в живот. Так, а ну иди сюда. Димас, я им отомстил. Я тоже Димон отомстил. Во, я... Знаете, как хорошо вас всех видно откуда? Во, видишь, Димас? Во, вижу, Димончик. Ай, блин, обсирашку кинул. Десант, десант пошел, десантура. Ты чё от меня хочешь? Сверху. Видел, я сверху нападаю на них, короче. Так, нормально, мы их всех убили. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Angry Panda и Catmax. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. И сегодня мы играем на карте FNAF 4, вы поставили очень много лайков. И сегодня у нас рубрика «Аниматроники пугают охранника». Ну что, я должен буду провести ночь в этом доме, а аниматроники будут на меня нападать. И немножечко пугать. Пацаны, вы готовы? Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Я закрываю калитку. Так, подождите, не идите. Дайте мне пару минут, и вам ловушки сделаю, чтобы было прикольно. Многие просили, чтобы мы как-то сделали... Чи-бомбы поставили. Ну, сейчас мы все сделаем так. Чик. Опа, первый лазер есть у нас. Так, так, так. Чтоб не прошел плюш-трап. Четко, как-то криво светит. Че, бомбу криво поставил. Давайте одну здесь поставим. Чик. Красота. Еще возьмем бомбочек. Ого. Давайте здесь. А, они уже идут. Где моя комната? Двери, а что двери не закрываются? Двери заели. Говорил, поменяйте двери. Привет, тут никого нету. Я тоже хожу, его ищу, не могу найти. Убегаем. Ах, блин, увидел, что я маску снял. Ах, ты хитрый. Красавчик, ладно. Нормально, продолжаем. Вот мне музыка нравится на этой карте. Она такая эпичная, а очень атмосферная. Ребята, если вам нравится эта карта, ставьте лайкосик. Так, где они ходят? Пока никого нету. Посмотрим. Так, дверь закрыта. Слышу, слышу, ходят мужики здоровые. Покупаемся ванной. Привет, я купаюсь. Все хорошо. Ого, у него костыли большие. Ой. Все нормально, купаюсь, все хорошо. Фух, ушел. Ой! О, привет, марионетка. Я душ принимаю. О, ванну. Ушел? А, нет, стоит. Так, 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 стоит, стоит. Hello, hello. Все нормально у меня. Пошел я в свою эту комнату спать буду. Да что вы хотите от меня? Я просто хожу здесь, ищу охранника. Так, 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 все хорошо, ребята. Немножечко убежали. Есть, отлично. Сидим. Нормально выживаем. Так, за окном никого нету. А, блин. Привет, привет, я стою здесь на кровать смотрю. Эх, ну ладно, ладно, убил. А чё звука нету? Или звука не должно быть? Хорошо. Будем мстить вам сейчас скоро. Ой, здрасте. Фонарик. На тебе в лицо. Слепит, слепит. А тут идет его кентуха. На тебе фонариком. Блин, а ты что, фонарика не боишься? Ой, я еще и скриншот сделал. О, опять музычка пошла. Все отлично. Так, кто там ходит? Сидим здесь. Слышите, ходит за дверью? Крячка или кто-то? Как будто молоточком кто-то бьет. Слышите? Ищут, ищут меня. Опа, слышу. О, блин, не успел маску одеть в последний момент. Да как ты зашел? Я же смотрел на двери, тебя не было. Хорошо.
Раз так, достаю револьвер волшебный. Отвали! Уходи! Нати! Кто еще? У нас теперь один на один. Два на один. Кто выживет, я или пацаны? Получается, пацаны. Я ж немножко дернулся, если честно. Ты что так пугаешь неожиданно? Пулькой в лоб хочешь? Да когда? Войну, да, мне объявили? Давай, кто на меня? Ну? Вижу, вижу, вижу! Черный чели ходит! Отвали! Он хочет меня убить! Да как ты меня убил? Ты невидимый был или как? Кэт Макс, как ты меня убил? Телепатия. Телепатия? Это как? Что за телепатия? Вот так вот. На! Пацаны думают, меня можно так просто убить, ага. Есть, за мной, за мной! Видите, пацаны? Кто из нас лучше, я или вы? Кого-то слышу, но не вижу. Не вижу. Ну кто? Опа. Музыка пошла страшная. Никто меня не может убить. Я стекла выбиваю в доме. Ну чё, все, обосрались? На, Лефти идет на работу в пиццерию. Пацанов сразу мочу. Уже не такие деловые, как раньше. Слышу, слышу, ходят. Ищут, ищут меня. На! Чтобы знал своих. На! Двоих со спины. Блин, я застрял в стуле. О, кто-то кота взял с Майнкрафта. Или это у меня Ксюха так делает. О, здорово. Я тебя знаю. Ух. Отомстил. Хорошо. Блин, я в друг друге появляюсь. О, нормальная, кстати, позиция. Хорошая. Оп. Так, ну чё, где вы, мужики? О, кстати, как можно как Дед Мороз туда залезть? Нет, нельзя. Слышу, слышу челика. Где ты, где ты? Вот тут, подо мной прям, где-то ходит. Ну давай, выходи! Секунд. Вот я тебя вижу! А чё, через стекло не могу убить? Вижу, вижу! На, есть. Отстрел аниматроников пошел. Вы меня больше не испугаете. Я не ведусь на эту штуку. О, вижу. Так, давайте в дом забежим. О! Иди сюда. Буду мстить. Кто меня убил только что? Так, давай, давай. Я на своем месте рабочем. Идут, идут. Слышите? На тебе. Кэт Макса завалили. Пацаны, буду мстить. Идет, идет. На. Есть. Ах ты марионетка злобная. У меня есть запасной план. Сейчас я вам покажу. У меня есть специальное оружие. Кэт Макс, ты готов? Да. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас отбегу сюда. Hasta la vista, baby. Пацаны, вы живы остались?
Вот это жахтало. Вот это я люблю делать в конце серии. Самый класс. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Виктор Кошак, Кэт Макс, Робби и очень много подписчиков. Мы сегодня играем в Гаррис Мод. Вы поставили 2000 лайков, чтобы мы записали на этой карте прятки. Карта FNAF 4. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Ох, сколько нас сегодня много. Ну что, давайте даю вам 20-30 секунд до минуты и иду вас мочить. Если упьете и кушаете, приятного аппетита. Все разбегаются. Ребята, можно прятаться по всей карте. Даже просто покажу всем. Карта очень большая, классная. Короче, мне нравится дом FNAF 4. Очень атмосферно, музыка стрёмная. Прям хоррор можно сделать. Прячемся, а мы пока походим. Ребята. Музычку попадем. Я знаю, что Виктор Кошак классные нычки всегда ищет, очень крутые. Но мы, как всегда, их раскроем и всех уничтожим. Не буду подсматривать, уже хочется в окна позаглядывать, но я этого делать не буду. Ну, прям хочется. Ну что, готов? Кто-то с ноги вертухи бьет. А, я думал, туда еще можно? Нет, это упор. Ладно, возвращаемся. Кто громко бегает? Так, кто у нас тут еще есть? Маракасы. А, музычки нету? О, я вижу, кто-то там на В пролетел вроде бы, не? Так, этот не играет. Так, пойдет. А, так прикольно смеется. Ну чё, пацаны, минута прошла, поэтому иду искать вас я. Давайте, ребята, кого же мы возьмем? Давайте возьмем. Во, тот, кто может на карачках лазить. Так, ну что, убийца выдвигается. Как же мне нравится играть в прятки. Бегите. Бегите, глупцы. У Сереги новый микрофон, так что, ребята, я надеюсь, вы оцените звук. Теперь у Сереги студийный классный микрофон. И он очень радуется. И я тоже. Убийца идет. Потихоньку, не спеша. Сейчас буду рукой, корячкой буду раз убивать. Прикольно, у него костяшка торчит. Очень круто сделан скин. Так, так как 8 человек на карте, я их очень быстро начну находить. Я в этом уверен. Или не уверен. Так, кто там в камине? А, то не в камине, никого нету. Димас, здесь. Галлюцинации уже. У меня классное настроение. Надеюсь, я передам свое настроение зрителям. И они сейчас сидят и улыбаются, как я. Без причины. Опа! Опа, опа, опа. Бежим, блин. Да какой, блин, бежим? Эй, чё я тебя не убил? Хорошо, ребята, давайте сделаем от первого лица. Потому что ни у кого не убью я так никогда. Так, куда же он побежал? Давайте хотя бы одного найти, чтобы мне было легче вдвоем искать. Надеюсь, мы это сделаем. Но они так быстро убегают, эти щенятки. Так, здесь, 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 здесь. О, привет. Сундук ищет со мной. Надеюсь, он удивит всех. Идемте сюда. Есть. Кэт Макс, ну что ты? Молодец такой. Теперь Кэт Макс помогает тебе искать. Да. О, я вижу физган чей-то здесь. Очень странный физган. Эй! Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, выходи, выходи. Не хочешь, да? Сейчас мы тебе поможем. Есть у меня один способ. Эй, убивайся! А чё не могу его убить? Сейчас, 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 ребята. Куда он побежал? Где это телепиздрик? Опа! Кэт Макс, ну, молодец. Енота убил. Так, спайсовый пес убит. Ого, ты здоровый! Ничего себе ты кабан. О, марионетка. Ай! Не спорю, это больно. Когда аниматроник кусает. Так, давайте облазим сначала весь дом и потом пойдем на улицу. Потому что мы на улице же тоже договаривались прятаться. Да. Смотрите, какая у нас тут орава аниматроников уже. Че не орава? А давайте под столом поглянем. Под диванчик заглянем. Остался кто? А кто остался у нас? Я остался, Виктор остался. А ты еще живой! Да, я живой, представь. Ну и что ты говоришь? Что ты? Так, давайте здесь посмотрим. Так, пацаны, я понял, что их в доме, наверное, уже нету.
Есть! Кошьяк! А где он был? Я один остался. Я знаю, где он. А где он? А, вижу. Кусайте кусты. А не вижу. Но где-то он тут есть. Чувствую. Меня как Макс палит, потому что у него это... Текстурки не загрузили. У него это, текстурки не Кошак, а это ты был аниматроником, что ли? Да. Вот, блин, убил тебя. Вижу, кто-то горит. Опа, и музычка пошла у нас. Так, пацаны, что, все нашли или нет? Нет. Серегу ищем, пацаны. Все ищем срочно Сережку. Где-то он есть. Ребята, смотрите внимательно на деревья. Он может на деревьях быть, под деревьями, в корнях. Сейчас. Серега, подсказку пока не надо давать, так будет неинтересно. Я его нашел. Да я бегаю уже по кругу. Вижу его. Так, я вижу его. Ты капхедом играешь? Нет. Я собачкой играю. Чё-то не наблюдаю я. А, вижу, бегает. Попробуй сдалека убить. Прицел наводится. Не получится у тебя. Получится. Пацаны, на сколько человек? Мы должны его по-любому замочить. Чё, гоняют его все? Гоняют, но поймать не могут. Так, что такое? И попугаи летают, и крысы бегают какие-то. За мной уже араб-аниматроник гонится. Я убью его, пацаны. Я это сделал. Так, ну что? Я прописываю килл. И мы начинаем прятаться. Кого? Давай, Серега, ты будешь искать. А ну давай. Раз ты последний, ты заслужил, чтобы нас мочить. Ага, так, давайте возьмем маленький скин. И начнем. Я иду на улицу? Да. Сейчас возьму побольше скин, потому что маленький мне удобно. Хочу дать подсказку, ребята, вы когда прячетесь, не берите в руки физган. Вас видно, он светится даже через текстуры. Это очень палевно. Лучше возьмите камеру в руки. С камерой будет поярче. Да что вы все тут топчутся? Я даю вам минуту прячетесь. Да. Минуты хватит за глаза. Блин, сюда я не влазу, жирный. Ой, вот это нычка. Интересно, я смогу? Ого, тут текстуры, ладно, не будем так делать. А кто это в ноуклипе там летает, а? Это я летаю, проверяю это. Можно в текстуры так как-то попасть? Нельзя никак. Или то не я? Да я спрятался. Кто не спрятался, Серега не виноват. Я тоже спрятался. 10 секунд, ребят. Да. Так, я возьму пока предмет, буду летать, искать, тоже смотреть. 5, 4. Ой, блин, поджечь. 2, 1. Я выхожу за вами. Окей, босс. А мы кто летим. Кто не спрятался, я не виноват. Кто не спрятался, того я замочу. Кто не спрятался, того съем. О, Сережка, я буду смотреть, как о, ты ходишь. Привет, лампа. Летающая лампа. Аладдина. Так, Серега пошел. Ты такой... Большой какой-то спринтрап. Страж. Широкий. Так, на раскорячке. Задним ходом, бочком. Тут кровати, видимо, каменные, я так понял. Да, посмотри, есть такое. А где все? Че вообще? Хорошо так запрятались. Когда я искал, плохо запрятались. Сейчас вообще никого в хате не вижу. Так. Так. Вижу кто-то... А, не буду говорить, что он делает. О, сундука нашел. Давай, есть. Сундук. Есть сундук. Вместе ищите. Что-то очень хорошо здесь запрятались. Я только одного увидел. В ванной сидит. Да. Жопу мыл. Попу мыл. Да, с мылом. Бес, иди перемывай. Ай-яй-яй! Блин, да я... Да как так-то? Чей-то чайник висит. А кто это тут ходит? Кэтмак, тебя нашли? Да, я его нашел. А, он просто текстурку, скин выбирает, понял. Я, по сути, всех нашел. Всех? Это енот и я. А, нет, не всех. Енот и Виктор. Так, ребят, знаете, где они находятся? О, привет, Виктор. Привет. Есть. Так, енотик. А, он за чайник летает. Ребят, раз он тут летает, значит, он где-то тут и запрятался. Это логика. На дереве, может быть. Ты думаешь?
Возможно. Так, надо от первого лица сделать. Ребята, давайте, включаем все свои самые лучшие скиллы по поиску. Мы его должны по-любому найти. Надеюсь, он на В не пролетел в текстуры. Я его тоже вижу. Где он? А он вот тут, за забором. Он за забором, короче, за картой бегает. Да-да-да, вот мы с Кошаком, с Кэт Максом его мочим. Так, а где он, подожди? А где он делся? А вон он бежит. Ах ты ж лоб. Вот он прыгает. Беги, мочите беги. Ну я его должен убить, ну. А, это Робби, блин, я сейчас Серегу замочу. Есть! Все. Как-то так получилось. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!